1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов для физических лиц за прошлый год. Если собственники имущества до сих пор не получили письменные уведомления, налоговые органы советуют проявить инициативу и обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. При этом напоминают, что с новыми изменениями в законодательстве суммы пеней и штрафов увеличились, притом существенно. Пени рассчитываются за каждый день просрочки на сумму налога. Допустим, если в прошлых годах у нас ставка налога для расчета пени как рассчитывалась, да, применялась 1/300 ставки рефинансирования банка, в следующем году нас ожидают изменения с 1 января 2017 года. Ну, ключевая ставка рефинансирования банка, из него мы будем применять 1/180. Соответственно, сумма пени, которая будет рассчитана, она будет увеличена.